Всем привет! Вышла новая игрушечка, называется она Husk. И давайте ее попробуем на планшетике. Почему бы нет? Новая игра? А вдруг повезет и она пойдет? Вот такие настройки графики. Все выставляю на минимум. Все отключаю, все, что возможно в FPS, в менюшке, в опциях совсем слабый, поэтому нужно все снижать по максимуму. 1024 разрешение, идет загрузка. Вот игра загрузилась. Сразу скажу, разрешение картинки сбросилось к Full HD 1920 на 1080, и это как бы намекает на то, что игра то ли сырая, то ли пиратка совсем кривая. В общем, баг на баге. Ну вот, смотрите, так вот идет игровой процесс. 1-2 FPS. По-моему, слабовато, я не знаю. Если вы не согласны, напишите в комментариях. Может, мне кажется. Давайте в туалет быстренько сгоняем. Где-то здесь, в конце вагона, должен быть туалет. Давай. Поворачивайся. Нет сил больше терпеть. Стоп. Автомат с газировкой. Вы что, издеваетесь? Вот такой вот прикол. Это была игрушка Husk. Вот такой неудачный тест. Да, такое частенько бывает с новыми-то играми.